Самое обидное, когда отснимешь ролик, или не ролик, а серию сюжетов для ролика, начнешь монтировать, и вдруг понимаешь, что а микрофон не сработал. С микрофона запись не идет. Звук очень плохой. А кадры уже все ушли. Мы сейчас так клево с собаками повалялись. Я вам рассказал, якобы. Ну, то есть я рассказал, только вы этого не услышите. Про собак, про то, про все. Поэтому я предлагаю что? Я предлагаю сейчас... пойдет ролик, а я вам наговорю уже по фону, как там что с собаками. Здравствуйте, Вынка Ярослава Фролова. Сегодня среда, еще уже не утро, обед, но сегодня я постараюсь, чтобы этот ролик вышел. Итак, в начале недели, как обещал, буду рассказывать о стройке в этом доме, как она проходит. Собственно говоря, вот на фоне, видите, вот там вот, вот это все, это вот было за какое-то время сделано. Как я говорил в прошлом ролике, видите вот эти штуки, то есть вот эти вот, вот это все. Во. Вот. Сделали мы, пробили, ну, прокрутили, вернее, саморезиками стыки листов ОСБ, просто небольшой фанеркой. Пока только вот так, пока больше пока не получается, потому что тут так получилось, у меня рука опять заболела. Это пока, когда вот сено, кто следит за каналом, те видели, сколько мы там сена перекидали. Вот у меня сено, так рука и болит, никак не может в себя прийти, но это не важно, все равно работать надо. Вот. Но сегодня, сейчас сделаю ролик, и после ролика уже будем дальше продолжим. Я думаю, сегодня полдома закроем утеплителем, и уже в скором времени надо будет переходить на потолки. Поехали. В общем, мы сегодня вдвоем будем вести. В общем, про собак примерно так. Та, которая рыжая, которую мы вам показывали, рыжую, это наша жар-птица. Russian Dog жар-птица, наша девочка, которая в этом году, если все будет хорошо, мы ее хотим покрыть, и от нее тоже хотим увидеть щенков.
Об этом первые, конечно же, узнают подписчики канала Russian Dog. Ну, канал Russian Dog, знаете, наверное, кто собаками нашими интересуется, те знают наш канал, канал Russian Dog. Я его, честно говоря, практически с прошлой, когда там весны, зимы не веду, пока снимать нечего, ну и как-то все, да и на этот канал снимать не могу. Хотя тут можно снимать вообще обо всем, о нашей жизни. А собак, ну, начну скоро, потому что по собакам много-много. А это был микрофон, сын. Это мы тут пасем. Животинок заодно снимаем. Вот. Потом, по поводу наших всех местных дел. Я надеюсь, что в конце недели я сделаю ролик по поводу того, как я собираюсь изменить, или, может, даже покажу, как меняю канал, да, ну, вот этот, как он, навозный канал в сарае у коров, потому что он меня немножко достал, да и коровы там подросли, имеется количество коров подросло, он же канал был рассчитан на 3 коров, а там сейчас уже 4 фактически стоят, то есть 3 коровы и тёлка. Вот, что еще такого сказать? Чё у тебя, откуда слезка? Слезка откуда? Ой! Ну все, сегодня стройку показал. Все-таки за эту неделю я хоть что-то там да сделал. О, бежит как раз вот эта тёлка. Мечта наша. Помните мечту? Это она. А по фону кричит девятка, но девятку я покрывать не хочу, потому что месяц назад была покрыта лоскуша. Если мы сейчас покроем девятку, мы останемся без молока вообще. Вот. Все, друзья мои. Удачи, нравится видео, ставьте лайк, не забывайте, вот так вот, ставьте лайк, не забывайте подписываться, удачи вам, всего наилучшего, до свидания. А в конце недели поговорим, наверное, опять о коровнике, но если у меня руки дойдут, то поговорим о коровнике, я расскажу, как я менял или собираюсь переделывать навозный канал. Все, до свидания. Да? Главное, собак мы показали? Показали. Главный оператор.